Всем привет, ребят! Приехала я на маршрутке. Решила сегодня прогуляться чуть. В общем, ребят, сегодня у нас прохладненько так. Хорошо, что я оделась немножко теплее. Короче, решила как-то так одеться. Надеюсь, не замерзну. Ну, с утра у нас так прохладно, да? То, в принципе, днем, наверное, жарко, но на солнце жарко. Ну просто, что я ж ее никуда, в принципе, не буду ходить. Наверное, если только что в укрытие. Кстати, за то, что я вчера вам говорила про то, что может быть массированный обстрел, пока что его не было, слава богу. Но там хрен его не знаю. Так что, ребят, расслабляться нельзя, нужно держаться. Как хотелось бы просто отдохнуть, согласитесь. Просто спокойненько отдохнуть. Ну, тут уже я не знаю, на что надеяться. В какой-нибудь еще стране, допустим. Странно, ребят, что когда идешь и кто-то видит, что ты снимаешь, сразу такие взгляды, просто пипец. Ну, у нас уже почти каждый второй блогер. Пора бы привыкнуть, я думаю. Я вот решила выгулять вот эту вот кофточку с... Господи, забыла. С Нью-Йоркера. Не совсем ее понимаю. То есть она с открытым животом. И уже в такую погоду холодно. А если одеть ее чуть потеплее, то будет слишком жарко. Какая-то очень странная кофточка. Но единственная радость, знаете, ребят, цена в Нью-Йоркере. Кстати, хочу еще посмотреть, что там, может быть, пропустила. Там очень много всего. Но нужно очень внимательно смотреть, чтобы выбрать что-то хорошее, классное. Кстати, говорят, еще открылся Сенсей кое-где. Тоже хочу сходить туда посмотреть. И, ребят, можете не писать. Вот эти вот любители, которые где-то сидят, вообще не знаю, что такое взрывы, тревоги, где-то хрен его знает, в скольких километрах несчетных от войны. И, извините, а что это вы распаковку косметики снимаете? Что это вы одежду покупаете? Пиздец. Короче, я уже замерзла. Не знаю, как уже одевать какие-то вещи без капюшона. И поэтому, если я что-то покупаю на холодное время года, то желательно с капюшоном. Все, купила шоколад. Сейчас еще нужно обязательно облиться им. И будет полный. То, что надо, короче. Ребят, пошла, уже опаздываю. Уже началось рабочее время. Сейчас надо посмотреть, есть ли тревога вообще. А, тревоги нет. В общем, ребят, уже добежала до работы. Мужчина стоял, продавал там какую-то фигню, типа овощей, фруктов. Все равно я пошла, накупила еще пакетик. Короче, ну тут ничего такого интересного. Тут капуста квашеная. Вот. И сливы. Короче, даже до работы не могу дойти, чтобы ничего не купить. Вот. Ну, все, ребят, у нас отбой. Будем работать. А еще кое-что хотела сказать. Кто-то писал в комментариях, а она просит деньги. Я вообще, у меня вопрос. Какие видео вы смотрите? А еще лучший вопрос. Вы вообще их слушаете или так вот вообще без звука смотрите? И то, что вам проплатила пропаганда какая-то, то вы и спрашиваете, да? Потому что такая глупость, я нигде про это не говорила, абсолютно нигде у меня нет про какие-то деньги, реально. У меня не стоит вот это вот donation alerts и о чем вообще речь. Ну, эти люди, походу, все, что им не говоришь, будет не то. Так что, ребят, не обращаем на них внимания. Ладно, ребят, буду работать. Записала вам такое сумбурное видео, как я еду, как я скупилась по дороге. Просто
Почему-то сегодня очень много разных дел. Я еще в простор заходила, кое-что хотела посмотреть, но там ничего интересного не было. И по пути думаешь, надо и купить же шоколад, ну как же без этого, попить с утреца. Но он, походу, уже остыл, потому что у меня тут с утра были люди. А слава богу. И вот так вот я бежала сумбурненько. Ладно, ребят, будем надеяться, что сегодня не будет никаких срывов и не будет тревоги, но тревога будет, но надеемся, что не будет. Ладно, всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем хорошего настроения, ребят, держимся. Всем пока-пока.